увиливал от ответственности. Бывший судья Октябрьского районного суда устроил опасные гонки на оживленной улице. Когда его задержали, предъявил удостоверение сотрудника суда. На виляющие по дороге автомобили обратили внимание другие водители, а когда иномарка вылетела в сугроб на обочине, едва не сбив при этом женщину, очевидцы вызвали полицию и до приезда наряда удерживали водителя. Им оказался Константин Долгих. 3 года назад он работал судьей в Октябрьском районном суде, потом возглавлял правовой отдел в региональном министерстве культуры. По официальным данным, сейчас он там не работает. Сотрудники ГИБДД предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но мужчина отказался. Константин Сергеевич Долгих работал в Министерстве культуры с 1 марта 2016 года. Не так давно он принял решение покинуть министерство. 18 января был уволен по собственному желанию. За время работы Константин Сергеевич зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.